Люберецкие добродетели в числе лучших в Доме правительства Подмосковья наградили победителей полуфиналистов всероссийского конкурса «Доброволец России». За 9 лет проведения он собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне. Заявку на конкурс мог отправить каждый, кто достиг 8-летнего возраста и реализует волонтерский проект или инициативу, помогая людям, животным, природе или совершая другое общественно полезное дело. Церемония награждения собрала лучших добровольцев из городов Подмосковья – Балашихи, Видного, Домодедово, Каширы, Мытищ. Люберцы представили два конкурсанта. Это очень полезная история, потому что, во-первых, он позволяет найти и открыть новые имена на всероссийском уровне, показать, что в каждом городе есть такие вот, как я их сегодня называла, супергерои, такие неравнодушные люди. Это еще имеет определенную финансовую подоплеку, и все-таки таким людям как нужно не как деньги, как больше признание, что признание того, что они делают правильные вещи. Иногда просто бывает, руки опускаются, когда ты такими вещами занимаешься. Грантовый фонд конкурса – 45 миллионов рублей. Главного победителя определят в декабре. Обладателей лучших проектов в каждой номинации наградят дипломами и памятными призами. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.